Ну что, ребятки, всем привет и доброго времени. У нас Kia Cerato 6-го года и такая колбаса. Вставляем дворники, работают, а омыватель не работает. Сейчас буду смотреть, разбираться, что же там с ним приключилось. Возможно, сдох моторчик. Моторчик мы сейчас проверим, поступает ли на него питание мультиметром. Вот. Возможно, кончилась вода. Сейчас сперва дольем воду, а потом уже будем проверять моторчик. Ну что, водичку я долил, и теперь пробуем. Показывается у нас, ребята, не поливает. Ну так вот, ребята, чтобы добраться до насосика, можно открутить вот этот вот, ну, убрать крепеж вот этой защитки, и вот он стоит, насос, и проверить его на работоспособность в бачке омывателя. Так что сейчас я убираю, добираюсь и проверяю, хотя я, в принципе, и так до него долез. Надо снять разъем. В идеале, конечно, его вообще вытащить отсюда. Но еще понять, как он там крепится, чтобы его не сломать. Потому что вылазит он, в принципе, легко. Вот. Ладно. Нужны две руки. Ребята, ну что, смотрите, как его вытащить из самого бачка. Вот здесь вот он у вас бачок. И вот тут вот сверху стоит планочка. Ее надо чуть-чуть поддеть, чтобы она вышла вот из зацепления вот этого усика. Вот он, видите, усик. Как только вы ее поднимете, он у вас выйдет. И отсюда из бачка он очень просто, ну, спокойно выходит. Беспроблемно. Самая суть — это снять вот эту вот пластмассочку верхнюю. Можно его, конечно, вот так вот шевелить. Вот. Но когда вы будете его вот так вот на месте шевелить, не поддевая эту пластмасску, у вас есть шанс сломать вот здесь бачок. Поэтому возьмите вот так отвертку, вставьте, подденьте, спокойно его вытащите, потом спокойно снимите разъем, трубки, и все у вас будет отлично. И вы не сломаете свой бачок. Ну что, ребята, наконец-то пришел вот такой вот моторчик, только новенький, вот. Это мой старый, который заклинил и перестал работать. Взамен его заказал вот такой вот новенький. Так, где он тут? Вот он. Каталожный номер его. Так что, если захотите, то закажете. Вот в таком вот он комплекте приходит. Коробочка, пакетик. Мне самое что интересное было, будет ли в комплекте у него резиночка уплотнительная, которая одевается вот на это дело и вставляется сам расширитель. Здесь все идет в комплекте и даже чуть-чуть больше. Здесь, смотрите, он пустой и здесь пустой. А здесь у нас есть сеточка, чтобы в него не шел мусор. Вот, смотрите, вот она. Опа. И опа. Все. Теперь я его ставлю на место и будем смотреть, будет он работать у меня или не будет. Ну что, я погнал устанавливать. Так, ребята, вот я его подвесил. Сейчас не вставлял еще. Буду просто проверять, работает он или нет. В нем это дело было или нет. Ну что, как вы могли услышать, он жужжит.
Поэтому вставляю, подсоединяю и заливаю незамерзайку. Ну что, моторчик я установил на законное место. Теперь подливаю полторашку воды, чтобы посмотреть, побежит там откуда-нибудь, не побежит. Бывает, резинка на моторчике плохо прилегает, и из-под нее начинает бежать. Чтобы попусту не разлить на землю незамерзайку, заливаю простую воду. Ну вот, теперь вид снизу. Все сухо и ничего ниоткуда не течет. Можно смело заливать незамерзайку и гонять дальше. Надо же все-таки, ребята, проверить, будет он пшикать на лобовое или нет. Ну что, момент истины. О, пошла вода в хату. В общем, вот такая вот несложная замена моторчика-омывателя на Kia Cerato 6-й год. Ну а пока всем добра, всем удачи и хороших вам омывателей.